Всемирный день здоровья – дата вселенского масштаба. Ее отмечают все, для кого здоровое тело и крепкий дух – не тайная мечта, а явная цель. Так, десант здоровья сегодня высадился в малом зале кинотеатра «Мир». Лекцию о вреде курения, употребления слабоалкогольных, алкогольных и энергетических напитков и спайсов подрастающая молодежь слушала внимательно. После на самые актуальные вопросы учащихся средних школ и лицея-строителей ответил специалист-валеолог. Перед фильмом мы поговорили с ними о тех проблемах, которые есть в настоящее время среди, в частности, касающиеся здоровья нашего подрастающего поколения. Закрепили эти знания, это употребление слабоалкогольных спиртных напитков, употребление табачных изделий, употребление различных энергетических напитков и так далее. Дети задавали вопросы, то есть можно сделать вывод, что они интересуются, в частности, своим здоровьем, здоровьем своих сверстников. И вот эти знания, они закрепят еще просмотров документальных фильмов, которые предложены их вниманию. «Гуляй, пока молодой, попробовать от жизни все, один раз живем». От подобных современных оправдательных слоганов медики советуют держаться подальше. А молодежи, стремящейся быть в тренде, напоминают – быть здоровым не просто можно и нужно. Быть здоровым в 21 веке – это модно. И лучший способ оградить себя от болезней – это профилактика, как моральная, так и физическая. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».